Евангелие от Марка 14:26 написано: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Что-то известно о том, о чем пел Иисус Христос и 12 апостолов? Я отвечаю, тут это вопрос такой, это надо знать историю еврейского народа. А я с евреями разговариваю, вот в московский, допустим, синагогу зашли: «А что вы на пасту поете?» «Да как отцы наши пели». «А что они пели?» Псалом 119, 120 и до 133. Вот это они воспевали. Ничего не придумывая, не добавляя, не изменяя. Да, так. Во Второзаконии, 21 глава, с 10 по 14 стих. Вот зачитываю. Да. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее к себе в жены, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленческую одежду свою, и живет в доме твоем, оплакивает отца свою и матерь свою в продолжение месяца, и после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем. И она будет твоей женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не предавай ее за серебро, не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». Так вот, вопрос: зачем нужно стричь ногти и волосы на голове полонянки? И почему победитель отпускает ее с позором? Ну, два вопроса. Тут надо понимать по тем временам, как это понимали. А сегодня никакого позора тут и нету. Отпускает ее с позором, потому что ты была, тебя выгнали, тебя оставили. Ты не нужна никому. Вот это у других народов наоборот. Если она девственница, то ты никому не нужна была. До свадьбы тебя никто не познал. Ее наоборот упрекают этим. Ну, это порядок такой был. Говорит, жестокий век, жестокие нравы. А как поступают в Чечне чеченцы с нашими? А в афганской кампании что там было? Пришли туда как захватчики, как оккупанты, спровоцировали целую реакцию, вековой мести. Они не простят. Вот в Афганистане были, сегодня говорят столько, а там, может, больше было. 14 700 убитых, не считая до 70 тысяч раненых. То есть примерно столько девушек у нас не выйдут замуж. И пишут, что в Афганистане уничтожили наши свыше миллиона человек. Такая техника, у тех-то ничего этого не было, авиация, из аула там, ну, какие-то подобрались и убили, зарезали какого-то. Все село смешают с грязью, а кого там глинобитная стоят, и глина. Сейчас, минутку. Ну, вот обрезание ногтей и волос, это для очищения от прежней плотской нечистоты, как обрезание мужчин крайней плоти. Люди, что это, нечистота считается. Но она не по душе пленившая, ее должен отпустить, ее живой. Но без выкума это тоже не так мало. По тем временам-то учитывать это. Она получала свободу. А тот Гмырия где-то поет. Тогда был такой артист, сильный голос такой по радио. По заказу сентиментальных бабушек пели. Как Стенька Разин изнасиловал персиянскую княжну и топит ее в Волге. «Прими подарок от казака». Официальная песня, официальный артист. И сравните с этим законом, который был. Это спустя 3500 лет христиане даже не приблизились к Моисееву закону. Некоторые города даже имеют улицы, названные в честь разбойника, насильника, Стеньки Разина. И вот весь ответ. Мы другое здесь извлекли. Не только ногти, а совесть обрезанная. Ничего этого нет. А Гмырия этот, ну, заливается. А возьмите Некрасова там, ну, там... Он идет, продает где-то, и она вышла к нему куда-то покупать, и торгуется с ней. «Распрямись-ка, рожь высокая, тайну свято сохрани». Какую? Она вышла за деревню, в
впала в грех, а теперь рожь потоптали, поваляли и распрямись, и свято тайну сохрани. Ну, даже слышать нечего, даже не верится, что это Николай Алексеевич Некрасов мог так написать. Но, однако, это поются по сегодняшний день. Как моя коробушка, распрямись, моя коробушка, и здесь не ситис и парща. Вот так. В Писании написано 1 Коринфянам, 12 глава, с 8 по 10 стих. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различные развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Так вот, а что это за дар веры, что дается не всем? Что, веры нет, что ли, у всех? Что одному дается, а другому истолкование? Ну да, другие понятно, что, но дар веры, это действительно так вот, если веры нет, а мне не дано было. Оказывается, я спрашивал даже вот с сектантами, когда там баптисты, не знают. Оказывается, вера бывает двух видов. Первая – это та, которая дается всем просящим ее в Бога, верующим в Священном Писании. «Я верую, получу верующего Сына Божий, имею жизнь вечную». Этот дар дается всем, кто желает. Но еще есть чудодейственная вера, могущая передвигать горы. Вот если первая должна возрастать у каждого, то вторая дается единицам на миллионы. Первое дело – вера – это есть дело Божие, без нее никому не спастись, и за нее будет награда по делам. А вторая же, даже самая маленькая, передвигает горы, но за это нет никакой награды. Но великая ответственность в ответ на суде Божьем. Мы считаем Римлянам 1.17. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. И Матфея 17.20. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, так, скажете, горе себе передвинься, перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. У Иоанна 6:29. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Дело, говорит, надо, чтобы вера была с делами. А тут сама вера называется делом. Дело Божие, чтобы вы веровали в того. Вообще удивительно. Один стих такой, Иоанна 6:29. У Иакова написано 2:17 и 20 стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот и ответ. Нас тут интересует только одно. Ну, духом дары исцеления понятно, чудотворение, а только что дух веры. Вот это вот непонятно. Что это такое? Другому знание тем же духом, а иному вера тем же духом. Вот тут и отдается теперь все понятно. Потому что Господь смотрит труды. И вот Иоанн Златоуст говорит так. От нас проповедь зависит. Вот это хорошо выразил Феофан Затворник. Это благодать бывает, говорит, трех видов. Благодать призывающая, благодать обращающая и благодать освящающая. Призывающая – это вера, это вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы должны идти и проповедовать. Должны раздавать Евангелие. Это благодать первая. Я могу давать, я могу говорить, но дальше от меня ничего не зависит. Все остальное Бог. Вот. И тут я как-то участвую. А чтобы он обратился, ответное действие было, вообще от меня не зависит. Вот это первые две части, так скажем, они особенно развиты у протестантов, у баптистов, призывающие. Они проповедуют постоянно Слово Божие. Вот этого стояния, как у нас молитвенного, этого нет у них совсем. Но нет благодати освящающей, нету ни процента ни одного. А почему? Нет законного епископата, нет таинств. А если этого нету, и спасения нету. Тело и кровь не имеют, а только воспоминания. А Господь говорит, сие есть тело мое. А у православных в полноте это есть, а зато первого, второго тоже нету. Это еще Иоанн, кажется, Шанхайский говорил там про это, что протестантизм в православии, православие в протестантизме. Как они это дело рассматривали.
И вот здесь мы должны смотреть по Слову Божию. Так оно и есть. Все тут, больше ничего нельзя добавить. Священное Писание нам все это разъяснило. Своими словами не, сказать даже нечего. Есть, правда, хорошая статья, это не статья, а, кажется, гора называется, у Николая Семеновича Лескова. Как нужно было там чудо сделать, не знали. Один был, он сам себе глаз выколол, этот сапожник-то, и сказал горе, гора двинулась. И есть такое святое... Этот, сейчас я вам скажу, кто он такой. Серапион? Что-то такое, нет? Нет, нет, это не Серапион, как-то его еще на Афонской горе, он не на Афонской горе. И к нему Серапион как раз и, или Макарий Александрийский пришел. Марк Фрачинский, вот как вспомнил. Марк Афинский, Марк. И ну, он услышал про него, что он там есть такой один подвязается. Там такой любознательный был. И пошел. Но чтобы не заблудиться, он взял тычинки там, нарезал прутьев и встыкал. Чтобы назад-то хоть выйти как. А когда проснулся, лег спать-то. А тычинки все собраны, как головы лежат. И он тогда понял, что сатана над ним насмеялся, чтобы я на тычинки не надеялся. И-то пошел к нему. И он пришел когда к нему. А тот... Уже лет 70 там, и ни одного человека не видал. И одежды нет никакой на нем. Волосы выросли, он как зверь, весь покрытый. Ну, давай с ним разговаривать. И во время разговора, и говорит, так у вас что теперь там, гонения на веру нету? Нету, говорит, о, сейчас такая свобода, у нас храмы строят, там золотые купола. Для Москвы 200 храмов патриарх заказал. Ну, все такое. Он говорит, и такая у вас вера там. Чтобы сказали, горе, двинься, она пойдет. Он только сказал, я, говорит, гляжу, раздался грохот сзади, смотрю, гора поднимается и пошла. Он так, гора, я не говорил идти, я просто сказал из Писания. Я, говорит, упал, Марк-то, и говорит, ой, отче, такой веры нет у нас. А как же вы тогда веруете? И вот он побеседовал и говорит, надо рабыню маленько поддержать. А рабыня – это тело. И он говорит, брат, давай подкрепимся. Он сказал, брат, и друг с неба, видишь, говорит, рука опускается и два хлеба дала. Он поверил, он говорит, поверь, брат, теперь братом ангела назвал. А тут ему говорит, вот 70 лет, говорит, и это первый раз, говорит, двойная порция, всегда была одна. А как, у него это на него покушение было, там имение было, сестра вышла замуж, и этот зять пришел, и что-то на него покушение было, он все бросил и бежал. И первое время, говорит, а чем питался? Он говорит, прах земной слезами смачивал, да водой морской, земля. А эти демоны его тащили за ноги. У него, говорит, тело было ободрано до костей иногда, говорит. Я даже не верю, как это могло не заразиться, ничего. Ну, вот так описано. Его зовут гора Фрачинская, Марк Фрачинский. Или Марк Афинский. Ну, вот так. Праведной веры жив будет. Какая вера? Если за такой веры Господь дает человеку, то награда ему ни за что. Я на том говорю, то ты проповедовал, говорил. И тут благодать действует, призывающая и освящающая. Так, а твое участие какое? Что с языком шевелил? Ну ладно, а вторая обращающая, вообще еще твоего там? А это внутри человека. Ну, конечно, ты трудился. Но вот если человек от твоей проповеди обратится, а другой не обратится, за кого больше, когда больше, когда не обратится никто? Как так? Да так, говорит. Счастье, награды ты получаешь на земле, когда видишь, как человек кается, обращается, и ты Бога благодаришь. И поэтому ты счастье, награды получил здесь, остальное на небе получишь. А Иоанн Златоуст говорит, да ладно, мне награды не надо никакой, только обратитесь и покайтесь. Вот как надо сказать это так? Ну, пусть мне меньше награда на земле будет. Так что надо сеять всегда. Пожнешь, что посеял тогда. День жатвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. Мне в жизни Бог дал счастье видеть кающихся людей, приходящих к Богу. И вот сейчас на этой неделе, сколько человек даже пришло, на неделе только. И оказалось, в Америке слушают, и здесь, и
новые люди пришли перед Богом. Сразу заказали все книги. Наверное, завтра придется отсылать. Вот Господь, конечно, это радостно, пришли люди. Но награда, эту радость я получил. Бог это учитывает. Я получил на земле ее. Да. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 12:31. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». О каком пути сказал апостол Павел здесь? Ну, сейчас, видите, разбили на главы стихи. Это французский там библиотекарь. Ну, показано, какие годы. Это в предисловии к Новому Завету у меня все указано. А тогда этого-то не было, это сплошняком шло. И оно прям дальше начинает говорить Ветхий Новый Завет. Без разделения даже этого никакого не было-то. Да, кардинал Хьюго, а библиотекарь Стефан, вот как было. Первое, на главы разбил кардинал католический Хьюго, а библиотекарь француз Стефан. Я сразу спрашиваю, почему не православные? Вот Ник Вуйчич ездит без рук, без ног-то, не православный. Вот покаялся один артист СССР. Вот, понимаете, это такой Богачев Юрий. Неправославный, а он был никакой. К нему подошли какие-то братья-баптисты, и он обратился, покаялся. У православных нет, я сказал, смотрю. Ну, след за этим стихом, и вся 13 глава говорит об этом превосходнейшем пути. Это называют ее глава любви. Нет ничего выше ее. Это путь превосходнейший. Жить по любви. Но о любви сегодня батюшки-любвисты. Все по-хорошему, все, что было как, не огорчить человека. Да где ты видел не огорчить? Вот считаем мы Иеремия, там 16:5, Господь говорит, не пощажу и не помилую. Я устал миловать. Устал миловать Бог. Да Бог же не устает. Ну, применительно к человеку, устал. Приходят, ничего не знают. Любой артист начинает кривляться и... Все, верующий, лишь бы икону повесил. А он как курил, как матерился, как блудил, так и остается таким. Ну, никакие. Для этого есть, существуют правила, каноны. Епископ Нон говорит, приходящих от блудной жизни не скоро допускать до крещения. Не скоро. Вот так. Значит, есть каноны, которые ограничивают своевольство такое. Вот святые говорят, у меня есть материал такой, отцы и дети. Он говорит, избери такого себе наставника, строже которого нет во всей вселенной. Даже Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою. А это, чтобы никак нигде не тронули, вот он чувствует, какие, это самое погибельное состояние людей сегодня. Когда приходили крестить всех к Иоанну Крестителю, он как их назвал? Он даже не разговаривал с ними, порождение хинины, змееныши. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Он увидел это дело. Вот так. А сегодня этого нету. Слово ваше да будет приправлено солью. На раны соль. Солью. Так и апостол Павел говорит, прийти к вам, говорит, с чем? С жезлом. То есть как горшки, переколочу приду. И люди боялись. Я всегда беру Парфения Боровского. К нему, когда шел на исповедь, князь, кажется, Георгий, он говорит, у меня, говорит, от страха ноги подгибались. Какая была исповедь. Можно было чего-то ожидать. А сегодня стоят, разговаривают, мимо бежит. О, храм. Скорее заскочила, рот разинула. Потому люди больные умирают. Больны и умирают. Немало умирает. Я когда начинаю говорить, ой, вы все стращаете. У нас он дед, бабкой были верующие, они всегда в карты играли, в лото играли. А у вас то нельзя, другой нельзя. Дед курил до конца, ну и священника вызвал, причастился. Ну я еще могу на это сказать? Ты же знаешь, где дед твой находится? Нет? Если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Слово вопроса стоит, а ответа-то нет. Где он явится? Где? Если он шел не тем путем. А табакур, наркоман, это самоубийца. 36 лет и нету. Вот так. Да, ну вот, вот даже женщина на вас выходила, и вы с ней общались. Ей Бог
который описан в Ветхом Завете, показался другим, в отличие от Бога Нового Завета, как будто это другой Бог. Это ведь вкроется все в том, что понятие о любви неправильное у человека, получается. Сейчас надо учитывать, какой человек был, и да. Потому что Бог разговаривал как с ребенком. Это момент возрастания. А люди ничего не понимают. Это люди вообще никакого отношения к христианству не имеют. Начинают, Бог, он жестокий, это язычники, новоязычники. Он кровожадный, он такой, такой. Я говорю, еще к этим грехам своим еще и слова добавил. Ты это скоро узнаешь. У Бога оно никуда не уйдет. Но ничего не сокрыто. Ну как, вот Бог заранее говорит, такие-то народности, семь народностей. Иди их поубей, забери домой, я тебе отдал. Но если бы я был неверующий, я бы так же рассуждал. Но я знаю, что эти народы изжили себя. Изжили. И поэтому Бог сметает их с лица земли. Если их не пощадил, то как нас пощадит? Ну вот, а что такое все-таки любовь по Библии? Как вот точно понять, что вот я люблю Бога или я люблю ближнего? Как это узнать? Люблю ли я его? Ну, надо смотреть на пример Божий. Вот я люблю Бога, проверяется, как я люблю его заповеди. Господь говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Прямо дается. А любовь в конце как бы воплощается через исполнение его заповедей. И человек просто боится, где бы заповедь не нарушить. Это любовь. А другому разницы никакой нету. Ну, хоть как. Тут это очень просто понять. Но как любовь Божия к нам, мы знаем, первый мир погиб в воде. Погибли младенцы, погибли звери, погибли птицы. А кто их потопил? Бог, имя которому любовь. Так Бог видел, конечно, видел, как младенцы захлебываются, тонут. Все погибли. Но это Божья любовь. Содом и Гоморра горели как? По любви. Бог-то, он все время любовь. Он, хотя и написано, мстит. А на самом деле Бог ничего не мстит. Но мы должны говорить, да, Бог мститель. Вот, отмститель до такого-то колена, там, насколько любящий, проклинающий, там, все у Бога высчитано где-то. А как мы должны относиться? Любить Бога. И она исполняется так. Если любишь Бога, как можешь любить Бога, которого не видишь, а ненавидишь брата, которого видишь? Вот пример какой. Потому что в каждом ты должен увидеть образ Божий, если он там есть. О том, чтобы богохульника любить, нигде нету. Написано, в нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. А мы знаем, как Бог поступает с ними. Да Бог не смотрит, какой ты есть. Бог, нет, Бог очень смотрит. Написано, Бог есть ревнитель. Да ревности любит Дух, живущий в нас. Люди, которые совершенно ничего не понимают, они пытаются Богу навязать свои человеческие понятия. Нам труднее определиться с самими собой, не говоря о Боге. Он дал мне наказ. А как я его исполняю? Ты знал о том, что с пустыми руками придешь, остался верующий, зарытый талант, и ты будешь знал, почему сидишь дома, не благовествуешь? Ну, я простой мирянин, у меня таланта нету. А какого таланта нету? Проповедовать для каждого, как дышать. У тебя талант есть дышать? Ну, попробуй, закрой там нос и рот. Что получится? Так и здесь. Как говорит Иеремия, я усилился молчать, но внутри меня, в моих костях, как бы огонь был разлитый. Люди погибают миллионами, никому дела нету. Никакой любви-то в этом нету. А он, батюшка, такой хороший, словом не скажет. Он за это отвечать будет. Называет их любвисты. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела, одним словом пишется. Это строгое будет взыскание за родителей, которые не наказывали детей. А он не слушает. Не слушается. И он, зато надо было связывать его, избивать и изгонять. Три работы провести. А тут ни одной нету. До конца дожился, пока не задушили. У нас тут тоже одна внучка у бабки была. Ну, видимо, знала, пенсия. Привела парня, которого, ну, хайдакал, убил старуху, там все забрали. Ну, нашли. А что посеешь, то и пожнешь. Почему нашу бабку никто не убивал? Она 90 с лишним лет, и все ухаживают за ней, беседуют с ней. Она молится о всех. А другая, она, священник один говорит, ко мне подошли молодые, говорит, на исповедь, и говорят, батюшка, благословите нас отравить бабушку.
не выздоравливает, ничего не понимает, под себя ходит, в комнате жить невозможно. Чтобы он благословил, я, говорит, руками развел только. И я понимаю, как им надоедать. Но если это верующий, каково? Если верующий, он принимает как от Бога. Я же не знаю, что со мной завтра будет. Сегодня у меня родственников полно, друзей полно. Я задумываюсь об этом. А если никого не будет, где придется, под каким кровом искать приюты? Дай Бог, говорит, дотянуть все это. Как должно быть. Ну, вот так. А вот такой еще вопрос. Вот, к примеру, человек сделал против меня зло какое-то. Имею ли я право, могу ли я ходатайствовать перед Богом, чтобы он с него это не взыскивал? Ведь он против меня согрешил. Я же имею, значит, право вот это у Бога такое просить. Чтобы вот за это, что он против меня сделал, ему Бог ничего не, ну, не взыскивал с него. Ну да, просить ты можешь, а Бог определит по-своему. Он просил, Господи, говорит, они не знают, что худо творят. И что они были помилованы? Нет, они все погибли. Все, римляне пришли, убили всех. Это речь идет о нас, а не о них. То есть мы должны расположить сердце так, если можно было бы, но они бы покаялись, но они не покаялись. Они увеличили свое беззаконие. Так что тут играть не надо. Как правило, вот на этом все спотыкаются. А вот вы сказали, а мне так тяжело было. Да какой же ты после этого? Только намек дали о нем, и он начинает богохульствовать прямо, хулит. Какой же ты верующий-то? Ничего там и нету. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за мной. Отвергнись, растопчи свое «я». Спросили, такой был инок, кажется, Захария, что такое? Он себя, эту шапку-то, бросил под ноги, давай топтаться. Вот так, растопчи свое «я», и ты выполнил заповедь. Все. А вот сказано, что если брат согрешит против тебя, прости ему и покаялся, прости ему. 7 раз согрешит, 7 раз прости ему. А что получается, если он тебя не просит прощения, то и не прощать, что ли? Обижаться на него? Это я вот это понять не могу. Ну, просит, это другое дело, что просит, так мы, чтобы не имели ничего. А если он не нуждается, я как к нему пойду? Я тебя прощаю. Ну, можно и сказать так. Но тут именно тот момент, когда, это сказать, самое такое легкое состояние, он приходит и просит. А мы должны помнить уже на вторую ступень перейти, когда и не просит. Мы должны молиться до того, который на нас ракету запустит через океан. Прости ему, Господи, если можно. Вот так. Ну, то есть, все равно, это речь не об обиде, а это о том, что когда тебя просят, ты должен это простить в любом случае, так ведь? Ну, речь просит, не о том, что надо обиду держать. Обиду ты не держишь. А то бывает и просит, и не прощаю. Я пока не умру, никому не прощу. У меня встречались такие люди. Если что-то будет где-то, я узнаю, я тебя на том свете найду. Но это уже прям готовый из христианства выпасть полностью. Они ничего не прощают. Ты всегда болеют, у них срыв здоровья, рак, там что-то такое. Потому что в этом напряге они не могут жить. У него неправильно кровь течет, неправильно мышцы работают. У него все неверное. А когда ты ничего не имеешь, ты свободен. У тебя радостно, и радость твоя продляет тебе жизнь. Это уже доказано медиками. Когда ничего не имеешь, у тебя враги есть. Это враги, которые считаются врагами, а для меня их нету. Я их молюсь каждый день, чтобы их безумие Бог не помянул на суде Божьем. Все. Во 2 Коринфянам 12:7. Вот как истолковать этот стих? «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, а ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Апостол Павел говорит. Что это за жало в плоть? Как толкуется это? Ну, я всегда сравниваю, когда я был у сектантов, там, это, встречался с ними, хотя им, сектантам, не было ни одной минуты. Он сам изучает Библию, а они всегда отвечают, Павел был болен глазами, он ослеп, когда шел в Дамаск, и говорит,
пишет Галатам, вы настолько были расположены ко мне, готовы были очи так вот. Ну, он прямо считает Деяния 22:6-13. Когда приближался в пути, приближался к Дамаску, был в пути. И около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю, услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывший же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, не от света, а от славы света». То есть он-то непосредственно слышал голос Божий. «То бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Савл, прозри. И я тотчас увидел его». И в Галатам написано 4:15. «Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что вы, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои, отдали мне». Тут, когда баптисты так толкуют, очень похоже. А Иоанн Златоуст ангелом сатаны называет всех гонителей, которые удручали проповедника, мешали, сопротивлялись, ну, настраивали против него людей. Гонители для Павла были как заноза, как жало в плоть, и они преследовали его повсюду. Сектантское толкование, показано выше, само по себе не несет ничего отрицательного. Там могло быть так, что апостол Павел в дальнейшем мог быть болен глазами. Но Иоанн Златоуст говорит, как мог быть болен тот глазами, чьи опоясания исцеляли других? Как бы его собственная болезнь потерпела это опоясание, это всегда носимое на нем? Тоже важно. Сектантское толкование не отвечает на важный вопрос о том, как в немощи при болезни глаз могла проявляться благодать Божия, сила его. По второму же толкованию все становится на свое место. Когда апостола Павла и силу заключили в темницу, благодаря гонителям, жало в плоть, то его немощь простиралась до того, что он не мог двинуть даже ногой, закованный в колоду. И любой, кто в это время мог видеть его, сказал бы, что гонители сильнее его, сам он немощен, помощи ниоткуда нет, что он и не выйдет никогда из тюрьмы, и никто его не освободит. И вот в этой самой немощи, в бессилии, закованной, и не просто в тюрьме, во внутренней, ну, по-нашему сказать, ШИЗО, штрафной изолятор, среди уголовных элементов, как бы один из них, и вдруг в нем проявляется сила Божия, землетрясение, качается темница, ослабели узы, наступил час смерти начальника тюрьмы. Полная свобода, вставай, иди на все четыре стороны. Но это еще не все. Когда Павел казался смятым, раздавленным, воплощение немощи и бессилия, именно в это время, как при 300 воинах Гедеона, малый остаток, проявляется величие благодати Божией. Сердце начальника темницы-то распахивается шире темничных ворот, и грозный страж лежит у ног своего повелителя, узника, как имеющего власть миловать и спасать. И он уже спрашивает, что делать? Принять святое крещение, принести покаяние, стать членом Святой Христовой Церкви. Тут все стало на место. При том толковании непонятно, как бы это служило к славе Божией, что он ослеп глазами. А тут понятно как. Все.